Может тогда стоит? Олег! Он сзади, закрывай! Ты помнишь это место? Мы прыгали туда вниз к этому монстру. В натуре, ёлки, мы просто вернулись с самого начала, прикинь! Я закрыл. Стамины нету! Дорогие друзья, всем огромный привет! С вами сегодня Кацанали Кофе, со мной сегодня Дрюша Кэтфай, и добро пожаловать в мир за кулисья! Ну что ж, друзья, наше выживание, отчаянное выживание в этом заброшенном мире продолжается. И мы тут столкнулись с небольшой проблемой. Мы заперли себя не с той стороны, а с той стороны, куда нам надо, находится монстр, который преследовал нас в прошлый раз. Ты уверен? Андрей? Где он? Где? Куда он исчез? Он по лестнице наверх пошел, Олег? Не, погоди! Стой! Он не мог уйти, он был только что здесь, что за бред? Реально? Реально, слышишь, он ушел, походу, погоди. Прикинь? Его реально там! Стой, погоди, не перестань, обратно. Может быть, он по скрипту телепортировался обратно туда к себе на территорию, не? Может тогда стоит? Олег! Он сзади, закрывай! Он нас обхитрил, Олег. А где он спрятался, я не понимаю, где? Я не понимаю, где. Такой вред полный, просто ужас вообще. Он нас Ладно, наебал. Ладно, друзья, вам и желаю, конечно же, приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Не забывайте заранее обязательно подписываться на канал и обязательно ставить лайки. Ну, а мы продолжим с того момента, как Андрюша вернется в свое тело. Так, что, Андрюха, давай быстренько заходи в дверку, мы это закрываем, чтобы... Идиот, из-за больше... тебя я лишился жизни. В смысле, из-за меня не понял сейчас, в смысле? Андрей, я хотел сделать как можно лучше, понимаешь? Друзья, кстати, что вы понимали? В прошлом ролике мы с вами дошли до нового уровня, то есть до вот этой локации, в которой мы сейчас находимся. И после того, как мы закончили записывать, я подумал, что игра на этом, ну то есть уровень у нас сохранится, прогресс у нас сохранится и все остальное. Но каким же было все-таки наше удивление, когда мы зашли в игру и нам пришлось проходить все с самого начала. Это просто жесть. А так, это что такое у нас? Я не понимаю, там надо учить, что мы внутри Пентагона. Да, реально, слышишь, а что за локация такая интересная? Не понимаю. Слушайте, эксперты за кулисья, скажите, пожалуйста, в каком уровне, в какой вообще локации мы с вами находимся? Потому что каждый раз я читаю комментарии, там просто расписывают все до мелочи. Вы находитесь на таком-то уровне, с вами там будет делать то-то, то-то, то-то. Поэтому, ребята, вот реально, без вашей поддержки... Что такое? А прикинь, наконец? А мы туда не дошли просто с шага, блин. Это было... А погоди, и что нам туда надо нажать? А я не знаю. Может быть, подожди, стоп. Нажми вот Б. А где Б? А Б нажимается, погоди, не? Подожди. Не нажимается. Это мы на этаже Б. Слушай, а может быть. Подожди. А может быть по окошкам? Подожди, трай здесь. Во-во-во, тут записка для лохов, Андрей, для тупых реально. 60-35. Попробуем 60-35. Так, давай по новой. Так, сейчас попробуем. Сбрось. Блин, тут из-за этого. Так, какой там еще раз пароль? Скажи, пожалуйста, 60-35, да? Так, ну давай попробуем. 60. А, 0, где у нас 0? Вот тут где-то находится. Ну, если ты, Олег, реально, это да конец уровня, тебе поебальник. Из-за тени не видно, я тебе говорю, реально, погоди, стой. Я тебе посвечу, Олег. Давай, вот так сиди. О! 60-35, да? 60. Да. Ой, как сложно. 30. Это же 30 я вел, да? И пятерка. Да ходит, Олег, туда внизу ходит под нами. Я слышу, да реально! Да реально кто доходит! Я надеюсь, мы не вниз будем спускаться сейчас! Да как по этой пятерке-то попасть-то? Сука! Да я под. О, погоди, где-то здесь было. Да ну невозможно попасть по пятерке, что ли? Просто, Олег, понимаешь, ты сейчас в этом скафандре, тебе тяжело, понимаешь? Ну-ка, дай-ка, подожди, реально, дай-ка я его сниму, потому что он-то, по сути, нам сейчас не нужен в теории-то, да? Во, реально, неудобнее. Абсолютно так же, слышишь, абсолютно так же. Сними, да. Я не могу, подожди, стой! А ну-ка. Да там реально внизу кто-то ходит. О, все, даже получилось. Итак, дорогие друзья, мы с вами перемещаемся так на следующий уровень. О, кстати, слышишь, а ты тоже костюмчик снял? Или он сам снял за тебя? Я сам снял. Хорошо. Блядь. Подожди, у нас нет инвентарь тот же. Значит, жизни те же, и это не другой уровень. Олег! Что такое? Почитай там объявление, кто Какое там живет, объявление? Блядь. В смысле? Нет!
Смотри, он здесь. Он уже здесь. Нам пизда. Стоим здесь. Просто пока туда не иди. Так, надо прочитать информацию. Надо просто прочитать информацию. Итак, объект 67. Гуманоидное существо живет за кулисами. Оно любит обманывать людей тусовочными предметами, но в конце концов существо убивает их, а затем собирает их трупы, превращая их в кровавое пиршество из человеческой плоти и костей, чтобы преобразовать их в тортики. Говорят, что если видите парящий воздушный шар, лучше прям немедленно убежать. Следующая фотография была сделана за несколько минут до гибели экспедиционной группы. Позже его обнаружила другая экспедиционная группа. Группа в офисной зоне. Класс опасности объекта 6. Ему. Олег, ты понимаешь, нет, вообще, куда мы с тобой попали? А где свет? Олег, а света нихуя нет. Так, подожди, стой. Хорошо, а если мы пойдем, допустим, вот сюда, не? Давай-ка мы туда не пойдем. Мне что-то как-то не нравится то место. Блядь, тут очень мало места, мне кажется, там что. Там реально, выглядит. Стой, нет, иди сюда. Где? Фонарик. Фонарик? О, все нормально. Давай, смотри, тут еще так темно, я вообще буквально в смысле да, ничего не вижу. А, вот тут стенки не было? Чего? Тут, да, тут так можно было. Проход вокруг. Ну давай. О, Олег, кнопка. Ну-ка. Я нашел. Я убегаю. Дверь открылась. Я куда дверь открыл? Иди сюда. Быстрее. Вот на кнопку. Закрываем дверь. Так, и здесь тоже какая-то кнопка. Смотри, вот сзади открывается. Ага. А дальше впереди там что у нас интересно? А, подожди. О! А там, Олег, яма. Яма, да? Подожди. А ну-ка, а с той стороны, а с этой стороны? А тут лестница. Олег, мы... Знаешь, где мы? Где? Подожди. Ты помнишь это место? Мы прыгали туда вниз к этому монстру. В натуре, ёлки, мы просто вернулись с самого начала, прикинь. Просто нам доступна дверь стала открытая вот эта вот. Андрей, лучше мне очень страшно, ребята. Это пиздец. Стоп, шарики, вот он. Нет, он не он. Ну вообще может, не он. На... Там было... Может, ой. Может быть нам надо их лопнуть, Олег? Давай лопнем шарики. Ты уверен, что к нам к ним надо подходить? Ну а себе нельзя ничего сделать. Олег, тортики. Забрать праздничную шляпу. Забери праздничную шляпу, забери. А для чего она нужна, погоди? Использовать. Да. Я надел, да, слышь, надень. Да, смотри, стой. А может быть нам надо сесть к ним, не? А ну погоди, что тут написано? Давай повеселимся. Олег, смотри, я съел желе, смотри. Давай повеселимся с гостями. Желе нужно для энергии, желе нужно для стамины. Так, а я что взял, нам... А вон, смотри, какая-то кнопка, погоди. А что эта кнопка делает? Требуется электричество для использования. А как нам электричество? Стой, погоди, на одном из уровней я подбирал какие-то предохранители. Вот, предохранители, его можно ставить в блок предохранителей для восстановления питания. Скорее всего, нам с тобой нужно найти какие-то счетчики, какие-то вот такие вот, понял? А вон еще какая-то кнопка, погоди. А да, что эта кнопка? Нажал, требуется электричество, да, ё-моё. Ох, Андрюша. Подожди, смотри, компьютер. Может, это здесь? Нам генератор какой-то надо найти, что ли? Мне что? Кажется, да, то ли генератор, то ли какой-то просто щиток, я не знаю. Может, погоди, стой, помнишь, у нас была игрушка уже одна за кулисами? Помнишь, мы от этих типов просто прятались, типа вот вниз. Да. И они нас никак не могли достать. Кто-то кричит, Олег. Ты где? А ты где? А мы разделились, Олег, с тобой. Нет, Олег, за нами же, Олег! А где ты? Я не знаю! Андрей, ты тупой, ты нафига разделился со мной? Ты нафига впереди паровоза побежал? Трути, ты. Блин, он меня скавал. Я нашел. Да, подожди, стой. Нужно повернуть его. Я пока в этой теме могу, я разведать здесь все могу, подожди. Я нашел какой-то компьютер, для него нужен пароль какой-то. Пиздец, Олег, нет, это нам не пройти. Да что, Андрей, ты где, Андрей? Я не хочу без тебя идти дальше, пожалуйста. Стой, подожди, нас надо встретиться снова. Так, я, короче, буду тебя ждать в комнате. Помнишь, как пройти в комнату, где были эти... где мы шляпы подобрали, рождественские вот эти вот. Не рождественские, тихо, а праздничные. Он возле меня ходит, тихо. Я, короче, жду тебя здесь, как это... Как у меня уже все, у меня, понимаете, у меня заплетается язык, потому что мне страшно, реально. Это просто какое-то безумие. Он возле меня прямо ходит, это пиздец. Я даже еще ни разу его не видел, понимаешь? Я не знаю, как он выглядит просто. Это он и есть, Олег, тот же. Я понял. Который был на парковке. Который на парковке, реально? Да. То есть, нет, стой, погоди, а мы про кого-то другого читали информацию? Да, походу он не один здесь. А может мы нафига дверь открыли и этот чел вышел оттуда, нет? Который красную дверь мы открыли, тот чел вышел туда к нам, не? Оттуда. Я не знаю, правда, я не знаю, блядь, я ты не знаю. Где, скажи? Где нас твой пересечь? Я в комнате с компьютерами. Андрюша, он рядом со мной, Андрюша.
Я не знаю, братишка, где помочь. Братишка, ты где? Вот, стоп, не беги, не беги сюда, вот тут где-то. Пизда, Олег, ты ебанутый, нахуй ты его ко мне. Да я тебе сказал, не беги сюда, я же тебе сразу сказал, как увидел фонарик твой. А, все, я сейчас сдохну опять. Ой, Габелла, бля. Это нереально, просто. Он меня опять схавал. Короче, ладно, блядь, я понял. Блядь, это невозможно. Здесь надо разделяться. Ну, я, Олег, нашел, я нашел шкафчик. Ой. Знаешь, Олег, что у меня осталось две жизни? Смотри. А. Ну, давно кто-то ползает. Только не ты! Опять тут и собаки на этот ходят, ты прикинь! Я не знаю, как этот уровень пройти. Я нашел какую-то комнату с перевернутыми предметами, тут сейф перевернутый стоит. Что за бред? Я не знаю, как пройти этот уровень. Это типа, понял? Это как второй уровень, в который мы сейчас с тобой попали, понял? Только как за кулисами, где вот эти вот миллиардные повороты, миллион комнат, вот это все офисное и все остальное. Только немного другой стилистики, и тут больше монстров всяких ходят. Это бред вообще полный. Не, я не знаю, как мы будем выживать здесь. Я не знаю, тут еще... Ладно, еще там был хотя бы офисные лампы светили, но здесь света вообще никакого нету. Хотя, мне кажется, для света нам нужно просто подать питание, скорее всего, сюда, и все. Я пытаюсь, да, я пытаюсь, пока я в дверь не захожу, и генератор пытаюсь найти как-то. Но здесь его нигде нет. Синий экран смерти. Синий экран смерти, может, для чего-то... Не... Это единственный компьютер, который работает... Тихо. Вот, это ты, господи, это я. Ты что меня пугаешь? Олег, стой здесь, мы сейчас с тобой сплотимся вместе. А ты где умер-то ты... вообще? Подожди, стой, я даже не помню, где я умер. Андрюша, блядь, мне очень страшно, Андрюша. Стой здесь, просто, вот, смотри, видишь, смотри, дальше пройди. Да-да-да. Вперед, иди, вперед, вот, видишь, вот, я валяюсь. Тебя, да. Сейчас, подожди, я в дверь войду, я появлюсь перед тобой. Мы конгресс другой нашли. И тут как раз шкафчик. Так, таблеточки. Да не, я не знаю, я все этого шатал реально просто, я не понимаю, как. Стой, я появляюсь. Давай. Там, бля, Олег, горит. Это... Там лампа красным горит, значит, он где, тоже стой, тут подожди, ходит. Где, а где, вот, где, стой, где? Смотри, вот здесь да, подсветка. Да, вот я тебе про эту комнату говорил. Стой, я походу понял, это пароль для компа. Смотри, 02 или 20? Хочет жили хавать. 02, 06. Ой, все так перевернуто. Тут все перевернуто. Погоди, стой. Смотри, стой, нет, смотри, иди сюда, Олег, вот иди сюда, смотри, что я видел. Смотри. Что? О, реально как... Да. Может, это для него нереально. Пароль? Олег, для возможно. Него пароль. А, возможно, да. Давай, смотри, с самого начала комнаты смотрим, с самого начала комнаты, смотри. Давай дверь закроем, чтобы так сюда никто не пришел. Так, смотри, 02. Это 20, запоминаю. Почему надо 20? Записать, ну потому что, видишь, это же перевернуто. Да, это все же перевернуто. Давай я сейчас буду записывать. Потом, смотри, потом идет у нас 90. 06. 90. А, да, точно. А почему не 06? Ну, переверни это, получается 90. А, если так смотри, то 0,6. Ну ладно, хорошо, давай так. 90, окей. Потом идем дальше здесь. 80. Здесь 80, а тут 50. И эти. Стоп, сейчас... подожди. Заметка. Сейф, как вводить код для разблокировки цилиндров? Подожди, ну-ка, дай прочитай, подожди. Сейф, как вводить код без разблокировки номера цилиндров? Начните поворачивать цифровой цилиндр влево или вправо. Затем поверните его в другое направление, в другом направлении. Затем снова поверните его в другую сторону и так далее. Следуйте схеме, видите. Я короче, понял. Да. Смотри, говори, смотри. Иди сюда. Я все понял, как это работает. Смотри, значит, начинается все с этого. Это 20, и мы его поворачиваем вправо. Потом, смотри, потом мы поворачиваем. Да. Потом мы поворачиваем 90. Также вправо. А потом... А тут все вправо тогда получается, не? 50. Ну тут все стрелочки в одном направлении, не? Ладно, хорошо, давай попробуем. Смотри, у нас есть какие цифры? У нас есть 20, у нас есть 90, 50, 80 и 60, да? Давай попробуем, смотри. 20 есть. А, погоди, тут надо... 20, потом что у нас идет? 90. Да. 90, после 90 идет 50, допустим. 50 разные есть. Разные стороны, думаешь? Потом 80 идет. А не было щелка. Да. Что за звуки? Кто там ходит? Не знаю, Олег, нет, это стой, пиздец. Нет, стой, надо заново. Стой, хорошо, 20. Подожди, я пытаюсь понять. 20, 90, потом идет 50. А, я понял, подожди, 50. Потом идет 80 вот так вот. 80. И потом идет 60. А ну-ка, если сейчас работает, то я гений. Если нет, то я тоже гений, но я пробовал реально. Гений просто тупой гений. Открылось? Ну-ка, ну-ка. Это нет, это по вентиляции. Ой, а он не к нам зашел? Не-не-не, тут вентиляции не было, по-моему. Но он где-то рядом с нами. Так, Андрюх, смотри, я тут нашел какую-то записку. Давай глянем, что там написано. Может, я не знаю. Ну, я надеюсь. О!
вот оно, вот что мы делали неправильно. Тема. Вот, пожалуйста, а. Тут планировка этой комнаты и маршрут, как нам нужно правильно идти, смотри, а. Так, погоди, надо как-то это... Так, вот, то есть мы вот здесь вот зашли, и первая цифра, которая нам нужна... так, здесь у нас вообще 20. А откуда, как понять, откуда мы начинаем? И откуда мы заканчиваем? Вот это, конечно, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, надо реально. Надо сфоткать. Ну, я сейчас сфоткаю, но это мало что дает, потому что я эту планировку вижу, я примерно понимаю по планировке, что да как. Но именно откуда мы начинаем? А, ну хотя вот, отсюда мы начинаем. Вот там, где... Да, здесь, подожди, вот здесь то, что рядом с нами стоит, это что, какая цифра у нас, то скажи, пожалуйста. Сейчас скажу. Заканчивается все, смотри, заканчивается 90. Все. Так, ладно, Андрюх, смотри, судя по этой планировке, первая цифра, которая нам нужна, я маркер достал, сейчас будем записывать. Соответственно, смотри, первое, я сфотографировал, смотри, первое, что нам нужно, находится... А, так, это вот сюда, здесь поворот подожди, налево. А как, я не понимаю, первое, как это на схеме? Первое вот это, смотри, первое вот это. Потом следующая стрелочка нас идет сюда, 60-80. После этого мы идем вот сюда, и это у нас 20. Это у нас 20. И после этого, и последнее, как я понимаю, это у нас... Это вот это. Это 50. Итого у нас получается 60-80-20-50. Ну, подожди, ну в теорию. Я, конечно, проверю, работает это, не работает. Так, давай проверим. 60. Ага, 60 есть. Дальше идем до 80. Есть. Дальше идем до 20. Есть. И дальше идем до 50. Пожалуйста, с работой я уже просто подожди, не а могу. Подожди, а почему, Олег, 4 цифры? Это уже 5 цифр. А, нет, стоп, я 90 забыл. 90 в конце у нас идет, получается. И последний это 90. 90. Ну и ты работать будешь, я не понимаю. Ну что не так? А ну-ка, погоди, еще одна какая-то записка. Стрелки показывают код. Ну это перевернутая но комната. Ну это мы в курсе. Так, попробуем еще одну схему. Я еще раз записал себе, значит, на листочке пароль. Значит, смотри, раз уж у нас комната перевернута, то пароль получается другой. 50, потом у нас идет 90. Потом да. У нас идет 60. А ну-ка, 60 сюда. После 60 у нас идет 80. И после 80 у нас идет двадцатка. И по идее... Да не открывается, все равно я не понимаю! Ну что мы делаем не так? Почему мы такие тупые? Ну, то есть, смотри, комната перевернута. Короче, ребят, что-то мы конкретно затупили, мы реально говорим, мы не понимаем. Мы уже, мне кажется, все комбинации, которые только можно было перепробовать, мы реально все... О, кстати, смотри, тут антибиотики можно взять, вот эти вот чисто висящие. Да, я брал. Ладно, Андрюх, давай, короче, временно пока покинем эту комнату, потому что я реально, у меня мозг уже взрывается. Я не знаю, что мы делаем не так. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что реально, что-то у нас как-то это сложновато. Ну просто если это перевернуто... И что мы будем делать? Ну если это перевернуто, 20, 90... Ну вот эти стрелочки, они для чего здесь? Ну типа, я вот этого не понимаю. То есть как, я понимаю, но я как будто не понимаю. Ну то есть типа, тут там написано было в записке, что перевернутое направление, перевернутый маршрут. Я уже и так переводил, и так просто, ну нереально, ну не получается вообще ничего. Так, а ты где вообще потерялся, скажи мне, пожалуйста? Я дорогой, здесь а? Стою, жду. А, я, ну, слушай, да, ты... давай пошли, выйдем, посмотрим, да, что... Да может не надо, да, Олег, надо, не давай, надо, давай, давай, давай. Надо. Вот только так. Что свет горел тут. Ну только что свет горел тут. Ну что ж такое-то, а? Слушай, мне а кажется... А где козел? Слушай, я не знаю, что нам эти колпаки нам на голове кажется... ничего не дают, кстати. Я думаю, что красный свет каким-то образом можно... О, что это такое? Погоди. Взаимодействовать. Что это такое? А, найти выход. Найди выход. На эту фотографию. А, смотри, красные двери, на ней написано найти выход. Да. Может быть, это вообще финальный уровень, а? Ну, типа, найди выход. Хотелось бы. Просто до этого не было ни разу таких сообщений, типа, найди выход. Ну, нам надо по-любому все включить. Ну вот где-то нам надо найти просто вот этот датчик. Ну не датчик, а электрощиток вот этот. Ну ведь сейф же тоже не просто так. Может в нем лежит что-то? Я уже просто не знаю. Я уже просто не хочу ничего делать. Реально. Тупичок, да? Ничего, точно ничего нету. Тут надо проверять все. Пошли сюда. Назад. Таблеточку принимаем, а то что-то все плывет. Что там такое? Ты кого-то увидел? Он ушел. Так, смотри, хорошо. Нам надо найти где-то щиток. Здесь у нас что? Здесь была, по-моему, это... комната с книгами. Здесь я был, да. Короче, надо еще на все. Надо на все внимательно смотреть, потому что мы, вот видишь, много листки, вот эти вот записочки мы упускаем просто из виду. О, смотри. А, нет, мы отсюда. Тут мы были. Нам надо вернуться в начало. Вот, стой. Да, вот сюда налево. Вот здесь стоит комп, в который нужно ввести пароль. Вот, пошли туда. Иди сюда. Подожди, ты где? Пошли. Пошли туда, быстрее, там он ходит. Он рядом. Вот щиток! Вот щиток, смотри! Так, все, во-первых. Все предохранители должны быть в порядке. У меня есть раз предохранитель, два предохранитель, три предохранитель, четыре предохранитель. Так, и что дальше? Все, я перетащил. О! О!
Свет, наконец-то! Наконец-то! Отлично, все. Он где-то рядом, Олег. Олег, записка. О, где? О, нифига. Блок предохранителей. В случае сбоя в электроснабжении нужно ставить предохранители, блок предохранителей и включите питание. Вы можете снова отключить его в случае необходимости. Аварийные предохранители были вымещены в ящик для инструментов, расположенный в комнате с красной дверью. А мы там были. Я там как раз таки находил. То есть это на всякий случай. Я понял, для чего создана та дверь, помнишь, которую мы открыли сегодня с помощью кнопки. Она создана для того, чтобы, если что, могли вернуться с самого начала, открыть красную дверь и взять эти предохранители. Но мы-то гением, это молодцы, мы это сделали с самого начала. Мы молодцы. Так, давай, ладно, он где-то справа ходит. Стой. Он где-то прям справа ходит. Вот, кстати, что самое забавное, я еще не встречал тут вот этого чувачка, про которого была написана информация в самом начале. Я закрыл. Он откроет ее? Да! Беги, 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 беги. Я закрыл дверь. Стамина нету, стамина нету, стамина нету, стамина нету, стамины! Олег, это пиздец. Тихо-тихо-тихо. Он, все, нормально, 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 нормально. Я почти добежал до шкафчика. Я почти добежал. Он, кстати, чувствует вообще, по идее, кровь, и он должен бежать на меня. Да, ты заметил, что тот же? Да, да, меня бесит, что это тот же самый чел. Просто тот же самый. Так, надо еще выбить. Короче, я в комнате. Тут дофига синих компов. Какой-то ремень тут. И я замыкался. Слушай, может, давай ко мне придешь каким-нибудь образом, не? Ага. Ты помнишь, подожди, ты помнишь? Его тут нет, ты можешь возвращаться. Попробуй вернуться. Попробуй, просто попробуй, тут где-то что шкафчик есть. Олег, я если что, потом всю породу его изнасилую. Давай, 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 давай. Я у компьютера. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Че, смотри, так, вот в этой комнате нас не было, единственное, что меня смущает, что тут единственный... Ну-ка, иди сюда, там он ходит, мне кажется, не? Подожди, на таблетки скушать. Мне просто кажется, смотри, вот единственная комната, на котором... А, вот еще комната, смотри, на котором тоже что-то непонятное. Какие-то... Какой-то ремень, блядь. Это Амонгус, это из Амонга, смотри, чел тут, реально. Вот там вот, по крайней мере. А, да. Видишь? А это какой-то ремень. Да. Так, ладно, погнали за мной. Пошли, короче, смотри, идем вот сюда. Здесь нас... Олег, а что там забыл об обуви? Не знаю. О, тут шкафчик есть. А тут у нас что? Ух ты ж, ё-моё. Еще один шкафчик здесь. Так, а здесь у нас что? Слушай, у меня, знаешь, что еще опять есть? Компы. У меня была еще где-то какая-то ключка. А, я ее активировал уже, судя по всему. Все, я понял. А для чего вот это надо все? Может быть, нам нужно найти какую-то связь между этим, чтобы выбраться отсюда, не? О, таблетки. Ой, блядь, здесь электрика все равно находится. Я не знаю, я уже запутался в том, что нам нужно сделать сегодня реально просто. А столько... еще с нами Абобус бегает. Давай ли назвать его Абобус? Какая-то дверь? Вот, у меня была ключ-карта. У меня... И где она? А я не знаю, где она у меня была. Может, ты ее забрал, погоди? Посмотри. Так, что ли, у меня там нахуя нет у меня ее. А как? А, ну, а как? Мне короче, точно, походу, Олег, ты реально Абобус. Не-не, погоди, я точно помню, он я здесь. Ее подбирал. Ух, я не знаю. Короче, ребят, я думаю, что на этом моменте можно заканчивать наше сегодняшнее видео по выживанию в закулисье. Как видите, тут, я не знаю, наша голова, наш мозг просто на этом уровне не справляется, он просто плавится от количества IQ, которое нужно для прохождения. Но так головоломка, реально, вот я просто исписал весь листок, у меня тут с числами, я реально я не понимаю, что там нужно именно сделать. Сложно. Надеюсь, именно вы поможете нам в комментариях. Ну а на этом, ребят, я предлагаю заканчивать наше сегодняшнее видео. Огромное спасибо за просмотр. С вами сегодня был, как всегда, Олежа Куфи, Андрюшенька и Дефай. Это было прохождение игрушки под названием Inside the Backrooms. Огромное спасибо, всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока. И не попадайте ни в коем случае. Андрей, он здесь, Андрей. Охуенно, не попадайте, блядь, охуенно. Друзья, ни в коем случае не попадайте в закулисье. Пока-пока.